Добрый вечер! И сегодня у нас очень интересный, разрисованный гость. Расскажите нам о себе. Меня зовут Денис Паршиков, мне вроде бы 23 года. Вот, я фокусник-иллюзионист. Как интересно! Ох, а скажите, давно ли вы этим занимаетесь? С 2009 года. Скажите, Денис, сегодня вы нам что-то покажете на сцене? Обязательно. Для этого сюда и приехал, чтобы показать, удивить, поразить, шокировать и уйти. Вот такой вот у нас Денис. С полными карманами. С полными карманами? Да. Денис, а может быть вы сейчас вот что-нибудь покажете мне лично? Давай попробуем, смотри. Есть обычная карта тройка, вот, да. Посмотри, обычная. Угу. Да. И можно просто, к примеру, взять, допустим, к примеру, вот. Просто не слышно. Вот, смотри, нет, тогда просто. Вау. Вот это да. Так, подождите, вы уверены, что она точно... Это карта тройка? Да. Простая, обычная? Да. Почему она так крутится? Магия. А вот могу удивить более современно и круто. Вот, так. Ты когда-нибудь в жизни видел у себя мираж? Миражи? Да. Нет. Нет, давай продемонстрируем. А, можно даже поближе, чтобы было всем видно. Вот. У меня вот так. Обычная колода карт. Угу. Вот про себя любую карту загадай. Смотри и загадай. Только которую я вижу? Да, ну вот про себя. Угу, я загадала. Самое главное. Теперь твоя задача сосредоточиться на этой карте, хорошо? Попробуем. Хорошо, смотри. Ты загадала шестерку пик? Нет. Нет. Может быть, ты все-таки загадала десятку пик? Нет. Нет. Ну давай, чтобы все это не перебирать, назови карту слух, которую ты загадала. Десять буби. На самом деле ты меня обманываешь, потому что в колоде кроме десяток пик, смотри, больше никаких карт нету. Как это происходит? Это магия? Но на самом деле, да, это иллюзия. Карты все время были разные. Спасибо, я вас обманул. Денис, как это получается у тебя? Что сказать? Никому не расскажешь. Красиво. Красиво. На самом деле, Денис, мы ждем выступления, вот, ждем магии на сцене. Но на самом деле я погрузилась в магию. Вот, спасибо. Давай, скажите. Скажите, Денис, как вам вообще сегодня? И что бы вы пожелали всем выступающим? Не волноваться. И самое главное, просто действовать. Просто не думать ни о чем. Сцена — это как... улица. Просто быть свободным, самое главное, не переживать. И все. А если где-то что-то накосипорил, просто грамотно выйти из этой ситуации и дальше вот действовать. Ага, хорошо, я поняла. А что бы вы пожелали всем нашим гостям с наступлением весны? Я скажу так. В этой жизни вам надо попробовать все. Начиная как правильно менять подгузники, заканчивая большими толстыми тетками. Понятно, злодеи. Денис, спасибо вам большое. Вот, мы также вас поздравляем с наступлением весны и желаем вам отличного выступления на сцене. Хорошо. Пока-пока.